Добрый день. Менструальный цикл через 29 дней. На 21 день цикла эстрадиол 145 пикограмм на миллилитр. Это нормальная цифра. Мало эстрадиола? Нет, это нормальная цифра. То есть, в принципе, я бы не сказал, что его мало. Но здесь важно посмотреть одновременно уровень прогестерона, чтобы он был где-то больше... Лучше, чтобы он был больше 11 нанограмм на миллилитр. Поэтому вот, и что лучше сдать, ДГА или ДГА-сульфат? На ДГА анализ не надо сдавать, просто это такой показатель нестабильный, и, в общем-то, он как бы это предшественник цепочки синтеза андрогенов и эстрогенов. А ДГА-сульфат, да, вот ДГА-С – это как раз показатель, по которому мы характеризуем уровни работы и выработки андрогенов внутри системы яичника-надпочечника. Поэтому я бы здесь просто рекомендовал бы, если вы хотите разобраться с циклом, посмотреть на нашем сайте. Первое, ранняя фолликулярная фаза, стандартный набор показателей. Дальше, андрогенный профиль плюс метаболический блок, набор показателей. И во второй фазе цикла эстрадиол плюс прогестерон. Тогда, в общем-то, будет достаточно четкое понимание того, что мы можем посмотреть.